для робокапа это очень важная часть, потому что одной из целей робокапа ставится к 2050 году создание команды роботов-футболистов, которые по текущим правилам FIFA обыграют команду настоящих футболистов. И вот такими несложными роботами относительно мы двигаемся к этой цели. Отлично выступили футболисты. Это старшие ребята, вот, и они уже много лет занимаются робототехникой и реализуют роботов с элементами искусственного интеллекта, компьютерного зрения. Ну, это, по сути, высший пилотаж того, чему мы обучаем в нашем центре. Это робот, который приезжает в полигон. Полигон представляет собой макет поля, и робот должен проехать по определенному маршруту на этом поле и прийти в зону эвакуации, где находятся жертвы, которых он должен спасти и отнести в точку эвакуации, после чего он должен вернуться обратно на финиш.